Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Ир, я представляю компанию «Ростелеком». Так, еще раз всем добрый вечер. Сегодня мы в нашем летнем кинотеатре, который работает уже полтора месяца, мы решили немножко разнообразить нашу программу и пригласить всех вас на показ. А можно мне дать звук или другой микрофон? Да? Хотим показать фильм, который знаком, наверное, большинству жителей нашего города. Нет, дайте мне другой микрофон. Режиссер фильма, наш уфимский режиссер Виталий доставил нам копию фильма. Сегодня у меня с аппаратурой не особо получается. Ребята, определите мне территорию, куда я могу вставать. Отсюда. Смотрите, мы сегодня смотрим фильм «Юра Дворник», и вместе с нами прототип главного героя Юрий Ветлугин, и мы приглашаем вас на небольшую фотосессию. Вы, каждый из вас, может сделать фотографию с Юрой, а потом мы перед самым фильмом проведем небольшой паблик-ток, где каждый из вас может задать вопросы нашему герою. Поэтому подходите, не стесняйтесь, за аплодисменты большое спасибо. Ребят, фотозона наша вот здесь. Идемте к нам. А где посмотреть можно потом? Хороший вопрос. Здравствуйте. Ну давай, все-таки. Сейчас посмотрим. Пожалуйста. Иди, иди. 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 Иди,